пошел в магазин игрушек, и скрипку я там купил. А что струны у скрипки резни, так я внимания не обратил. И не понял я, что картонный и с такой же ниткой смычок, как не бился над этой скрипкой, но играть я на ней не мог. Ни на что не годная скрипка, я с досады тогда решил, и чужой босоногой девчонке во дворе ее подарил. А девчонка взяла эту скрипку, а девчонка взяла смычок, зазвучала такая музыка, что себя я прийти не смог. Чище, все сильней. Просто-напросто дело не в скрипке, а в том, кто играет на ней. Просто-напросто дело не в скрипке, а в том, кто играет на ней.